Доброго дня, меня зовут Ольга, я маловар, вот уже в течение 4 лет, и сегодня я хочу сварить кастильское мыло. Собственно говоря, для того, чтобы приготовить натуральное мыло в домашних условиях, для этого требуются растительные масла, из которых мы будем готовить мыло. Кастильское мыло состоит всего лишь из одного масла, это растительное масло оливки. Это мыло получается очень нежное по использованию. Оно очень хорошо заботится о коже. И в свое мыло я не буду добавлять никаких ароматизаторов, отдушек, никаких эфирных масел. То есть это мыло будет абсолютно без запаха. Поэтому его смело можно будет использовать людям, страдающим аллергией, а также для использования детям. Оно подходит очень даже хорошо. Если чуть-чуть чего-то переложить больше или наоборот не доложить, мыло не получится. Для твердого мыла используется щелочь натрий-OH. Вот она у меня выглядит вот такими гранулками. Ее количество должно быть точно отмерено, поэтому для этого я использую вот такие маленькие весы с делением до сотых долей. В воде будем растворять щелочь, а также вода используется для растворения других сухих компонентов, которые входят в состав мыла. Самый важный инструмент у мыловара – это защитное средство для глаз, для дыхательных путей, потому что работа щелочью требует соблюдения техники безопасности. При растворении щелочи в воде образуются очень ядовитые пары. И для того, чтобы защитить себя, обязательно нужно использовать средства защиты. Ну все, теперь я выгляжу как настоящий мыловар. Погнали готовить мыло! Повышается температура раствора. Вот видите, она у меня уже 37 градусов. Была буквально 2 минуты назад 29. Температура может повыситься до 300 градусов. Чтобы мыло получилось идеально, необходимо, чтобы температура массы и щелочного раствора была примерно одинаковая. Вот в таких случаях, когда быстро повышается температура щелочного раствора, у меня заготовлен лед. Лед используется для охлаждения щелочного раствора. Теперь мы измерим, какая у нее температура. 31 градус. И теперь я в масло вливаю щелочной раствор. Очень важно щелочь вливать через сито, потому что в растворе щелочном иногда бывают нерастворенные кристаллы щелочи. И если эти кристаллы окажутся в мыле, а потом попадут на кожу, то мало не покажется, можно получить ожог щелочной. Вот именно сейчас в этой кастрюльке будет образовываться мыло. Мыльная масса уже готова. Обратите внимание, что она изменила цвет, она стала более густой. Вот теперь эту массу я буду разливать в формочки. И потом уже из формочек будем доставать готовое мыло. Прошли ровно сутки, 24 часа. Мыло окончательно затвердело. Какое оно красивое получилось, ровненькое, идеальные кусочки. Но этим мылом еще пользоваться нельзя. Оно должно в течение месяца пройти стадию созревания. Созревать оно будет в темном, прохладном месте. Только после этого я его буду предлагать своим клиентам. Вот окончательный вариант мыла ручной работы в упаковке. Вот так она выглядит. Это картонная коробка. В ней мыло дышит. Ее приятно подарить, ее приятно держать в руках. Ссылку на мою страничку вы увидите ниже. И я хочу сказать, что это видео мое первое. А в дальнейшем я хочу вам еще показать видео по изготовлению крема, натурального крема ручной работы. До новых встреч!